Снова всем привет. Сделали мы сброс настроек на телефоне Honor 8a JAT LX1. И теперь у нас первый запуск. Настраиваем телефон и будем проверять, стоит в нем Google аккаунт, либо нет. Так. Выбираем язык. Выбираем регион. Принимаем условия. Нажимаем пропустить. Подключаем сеть Wi-Fi. Нажимаем далее. Ждем, ждем, ждем. Ну вот, у нас либо нарисовать графический ключ, либо использовать аккаунт Google. На устройстве восстановлены настройки по умолчанию. Чтобы продолжить, войдите в аккаунт Google, который был синхронизирован с ним. Если вы знаете аккаунт Google, просто вводите, а если нет, тогда будем делать следующее. Выключаем телефон. Предупреждаю сразу, что для того, чтобы его сделать, нужно, чтобы вы немножко умели пользоваться своими руками, у вас был минимальный инструмент. Дело в том, что чтобы снять здесь аккаунт, нам придется снять заднюю крышку и закоротить тест-поинт. Потом воспользоваться программой Flash Tool и по определенным адресам произвести форматирование. Для того, чтобы снять эту крышку, достаточно ее аккуратненько подковырнуть. Можно ножиком, можно канцелярским лезвием, можно, допустим, вот такой вот лопаткой. Вам еще понадобится пинцет. Пинцет либо скрепка. Компьютер, кабель microUSB и немножко внимания, плюс маленькая крестовая отвертка. Так, смотрим. Здесь вот аккуратненько находится шлейфик. Минутку. Покажу вам. Вот шлейфик, который идет на отпечаток пальцев. Чтобы было более удобно мне снимать, будем это разбирать на столе. Одной рукой держим, второй выкручиваем болтики. Микро-USB шнур нам нужен той длины, которой хватит, чтобы вам было удобно подсоединить его к телефону, а потом вставить его в компьютер. Так, отсоединили. Берем пинцет и отсоединяем отпечаток пальцев, чтобы он нам не мешал. Сейчас в данный момент отсоединяем аккумулятор. Тест-поинт, смотрите, находится на вот этом вот пятаке. Надо будет вот этот вот пятачок, верхний, левый, маленький, закоротить на землю. Перед этим я рекомендую сделать что? Вставляем сразу microUSB в телефон и немножко... Так, надо пододвинуть немножечко. У меня вот здесь компьютер. И чуть-чуть привставляем, но не до конца его в ноутбук, компьютер, все, что у вас есть. Далее, переходим к следующему. Я вам в ссылке к этому видео оставлю программки, которые вам будут необходимы. Сейчас мы их покажем вам на компьютере. Так, оп. Первая программа будет. Это у нас Flash Tool. Вернее, она нам единственная и нужна. Открываем, ну, разархивируем архивчик. Открываем Flash Tool. Запускаем программу Flash Tool. Здесь у нас матюкается на то, что не загружен download агент. Нажимаем Choose. И загружаем его не из этой папки. Так, минуточку.
чтобы было всем хорошо видно. Загружаем не из папки, которая находится в флеш-туле, а переходим в Honor 8A, Files, Honor 8A. И здесь выбираем MTK Wall 1, Download Agent. Дальше загружаем из этой же папки Android Skater Fastboot и Authentication файл из этой же папки Auth SV5. Далее переходим на вкладку «Формат», нажимаем «Мануал формат». Теперь открываем обратно папочку, возвращаемся на один шаг назад. Здесь есть текстовый файл «Адреса форматирования». Указываем начальный адрес, берем его, копируем, копировать. Нажимаем вот здесь, вот все выделяем, нажимаем «Вставить». Теперь копируем адрес конечный форматирования. Нажимаем «Копировать», здесь нажимаем «Вставить». Теперь переходим, не переходим, а нажимаем вкладку «Старт». Далее смотрите, что мы делаем. Итак, смотрите, когда вы уже нажали клавишу «Старт», закорачиваете тест-поинт, держите, подсоединяете аккумулятор и второй рукой вставляете кабель в компьютер. Идет определение телефона. После того, как телефончик определился, проходит форматирование. После форматирования у вас на экране отображается вот такое вот окошечко, которое говорит о том, что все в порядке. Теперь берем аккумулятор, отсоединяем и подсоединяем. И включаем наш аппарат, проверяем. Так, не надо на македонский, назад, русский, начать. Беларусь, далее, пропустить, далее. Вот идет проверочка у нас. Вот видите, уже теперь используется аккаунт Google и есть кнопка «Пропустить». Пропустить. Еще принять позже. Пропустить. Нет. Обновить вручную. Ну, собственно говоря, вот и все. Телефончик запустился. Всю эту операцию мы проделали, так, секунду, на версии 9.1.0.380. Телефон Honor 8A, JAT LX1. Кому была полезна эта информация, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. Буду благодарен. Всех благ. До свидания.